Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Сегодня я подготовила для вас сказку на ночь, которая называется «Заяц, Коська и родничок». Готовы слушать? Тогда я начинаю. Жил в лесу заяц Коська. Шкурка серая, уши длинные, глаза черные и все по сторонам косит. Потому что был Коська совсем молодым зайцем и все разузнать старался, кто да что да зачем. Целый день бегал он по лесам и лугам, всем своими вопросами надоедал. Мама-зайчиха беспокоится, на обед зовет, а его нету и нету, ищет чего-то где-то. Нашел однажды заяц Коська родничок. Небольшая ямка под ракитой, а из нее вода льется, журчит. Долго смотрел Коська, думал, что бы это такое могло быть, а потом говорит: «Слушай, давай знакомиться, ты кто?» «Я родничок», — сказал родничок. «А я заяц Коська». «Ну, здравствуй, заяц Коська», — вежливо сказал родничок. «Рад с тобой познакомиться». «Слушай, а откуда ты, родничок, взялся? У тебя дом в земле?» «Ага», — сказал родничок. «А чего ты делать будешь?» «Да вот, попутешествовать хочу. Побегаю, посмотрю, что там дальше, еще дальше и совсем далеко-далеко». «Ха-ха!» — засмеялся заяц Коська. «Это как же ты путешествовать будешь, если у тебя ног нету?» «Да уж как-нибудь», — сказал родничок, — «попробую». «Знаешь что?» — сказал Коська. «Давай наперегонки, кто дальше?» «Давай», — согласился родничок. «Ну, побежали?» И юркнул в траву. А заяц Коська тоже в припрыжку скок да скок, но тут ему камыш попался, такой густой, что и не пролезть. Пришлось Коське в обход бежать, а родничок из камыша в озеро, из озера в лазняк, из лазняка в ольшаник свою дорогу выбирает. Солнце уже припекать стало, притомился заяц Коська, думает: «Ну, отстал, наверное. Родничок, где ему с зайцем наперегонки бегать?» Но на всякий случай решил проверить. Позвал: «Эй, родничок, где ты?» «А я тут», – прожурчал родничок из ольховых зарослей. «Бегу!» «А ты не устал?» «Не устал. И обедать не хочешь?» «Не хочу». «Ну, тогда побежали дальше». Смотрит заяц Коська, река большая впереди. «Ну, — думает Коська, — тут уж наверняка конец родничку. Съест его большая река, так ему и надо. Нечего с зайками наперегонки бегать, а я домой пойду». Но прежде чем пойти домой, решил он покричать: «Эй, родничок, где ты?» «А я тут», — ответил родничок из реки. «Где же ты, если тут целая река?» «А я с другими родничками объединился. Мы теперь вместе бежим, догоняй!» Ужасно обидно стало зайцу Коське. «Как же это так? Родничок без ног, а его обогнал и еще насмехается!» «Ну уж нет!» — решил Коська. — «Всю ночь бежать буду, а обгоню». И побежал. Сколько было сил по берегу реки. Вечер наступил, бежит. Ночь наступила, Коська опять бежит. А в темноте бегать плохо. И шкурку заяц Коська о кусты ободрал, и лапку колючкой поранил, и нос больно ушиб, когда в ямку попал.
совсем измучился Коська, еле жив. Ну а продолжение этого рассказа вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А пока посмотрите мультик, а потом спать. Пусть вам приснятся хорошие добрые сны. До свидания, спокойной ночи!